Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что по форме вашего вопроса он больше подходит для раздела эзотерики, потому что именно там, в разделе эзотерики, вам скажут, как к вам относится ваш друг. Психологи, они не занимаются такого рода вещами. Психологи анализируют информацию, поступающую от клиента, и, собственно говоря, дают на основе анализа рекомендации клиенту, чтобы он их использовал в своей деятельности и получал тот результат, который он хочет. И если вы говорите про то, что он, ваш друг, расцеловал бы вас и обнимал, шутил, значит, я думаю, вы написали «шутил в прошлом», мы бы хотели сказать «шутил в прошлом», я вот здесь затрудняюсь интерпретировать правильность того, что вы написали, но в любом случае, если были факты желания поцеловать и обнимать, то я думаю, что вы ему нравились и нравитесь, это скорее всего однозначно. Но другой вопрос в том, насколько друг ваш находчив человек, насколько он готов рисковать вашей дружбой, ведь в современном мире дружба между друзьями вполне может перерасти во что-то большее, но далеко не всегда люди сами к этому готовы, и далеко не всегда они могут это воспринять нормально, поэтому вполне вероятно, что ваш друг просто боится проявить к вам симпатию, вот потому что опасается, что вы можете перестать быть ему другом. Здесь я бы рекомендовал вам более активно проявлять себя, более активно проявлять свою симпатию к нему, если она есть, конечно. И через эту симпатию, через обратную связь вы будете видеть, как этот человек к вам относится, и тем самым вы получите ответ на свой вопрос. Либо вы запишетесь, например, на личную консультацию к любому эксперту, которого выберете, и проработаете с ним этот вопрос более подробно. И начать работу именно с вами, так сказать, закладывая основу, фундамент в одной работе с вами, я бы хотел задать вам вопрос, на мой взгляд, довольно важный. Для чего вы хотите узнать отношение друга к себе? Зачем? Чтобы что? Понимаете, если вам друг этот симпатичен, то что мешает вам проявить по отношению к нему какую-то активность? Что мешает вам по отношению к нему как-то вот себя показать, проявить и так далее? А если вы хотите узнать отношение друга, чтобы получить что-то для себя, то это опять же конфликт. То есть, понимаете, если вы к другу испытываете какие-то чувства, например,
то вам, по большому счету, все равно должно быть, как вдруг к вам относится. Самое главное, что вы к нему относитесь определенным образом, и, в общем-то, вам больше ничего и не надо. Но если для вас это имеет значение, значит, мы столкнулись с определенным таким фактором, когда отношение друга определяет вас. И я бы только хотел, чтобы вы сказали себе и спросили себя, как и почему отношение друга вас определяет. Ибо это не является правильным, ибо это не является чем-то хорошим, а скорее наоборот, это является довольно-таки негативным проявлением, потому что ни один человек не может, не должен определять другого. И я надеюсь, что вот этот аспект вы обязательно для себя учтете при как выстраивании отношений с человеком, так и при возможной работе с психологом, если вы на нее согласитесь, то есть вам нужно именно подумать на эту тему, постараться определить свою позицию по этому вопросу, ибо эта позиция очень важна. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если понравился, буду благодарен за оценку его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Желаю вам всего самого доброго и не забудьте перенаправить свой вопрос, если вы обращались к эзотерикам в соответствующий раздел.